Сегодня в детском санатории «Лесная сказка» официально закрылся благотворительный марафон именем детства во имя детства. Но, как известно, добро не имеет хронологических рамок, поэтому организаторы и участники подвели итоги акции и сразу же наметили планы на будущее. Впервые благотворительный марафон в пользу детей был проведен в 1995 году. Это были сложные годы, когда помощь понадобилась очень многим семьям. И тогда детский фонд Чувашии начал собирать деньги, чтобы поддержать самых незащищенных граждан. Времена изменились, а добрая традиция осталась. 23-й по счету марафон именем детства в защиту детства стартовал в феврале этого года. Сегодня его организаторы подвели итог. 7 700 000 рублей. Но милосердие и забота измеряются не деньгами. Сама цель же, допустим, да, вот собрать 10 или 20 миллионов рублей. У нас же ежегодно физические лица, юридические лица делают свой вклад по велению своего сердца в этот благотворительный фонд именем детства во имя детства. Это во-первых. Во-вторых, очень много вовлеченных людей. Кто-то 100 рублей, кто-то несколько тысяч рублей платит. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у жителей Чувашской республики есть душа и сердце. Они все готовы сделать для вот этих детей, для наших дорогих детей. Средства, собранные детским фондом, традиционно распределяются по самым актуальным направлениям. Для больниц закупается новое оборудование и средства реабилитации. Для социальных учреждений – мебель и игрушки. Кому-то нужно лечение, кому-то поддержка для участия в конкурсах, кому-то обучение. У нас принцип сбора средств такой. Вот 7,5 миллионов, 7,8 миллионов в этом году мы собрали. Каждый муниципалитет, который собирает на своей территории, он эту сумму фиксирует, собирает и потом нам дает предложение. Почему? Потому что муниципалитеты как раз знают, куда надо направить деньги. Они ближе к этим детям, к бедам, проблемам. И если они в соответствии с нашим уставом, эти расходы, мы даем добро и направляем. Но есть у нас федеральные программы, ДЦП, допустим, больные. Или центр по детям на проспекте Мира, который. Значит, потом мы школьную волейбольную лигу проводим. Это тоже мероприятие достаточно большое. И грант президента Российской Федерации в этом году мы получили и присовокупили. К нашим деньгам получилось неплохие суммы. Глава Чувашии искренне поблагодарил всех неравнодушных людей, откликнувшихся на призывы детского фонда. За 23 года сформировалась целая армия рыцарей детства, которые не пропускают ни одной возможности поучаствовать в судьбах ребят. У детей много потребностей, но и помощников, к счастью, тоже много. На самом деле, пообщавшись немного с детьми, вот почувствовав энергетику, услышав их смех, понимаете, хочется творить и хочется делать добрые дела. Поэтому мы должны быть вместе, и на нашей земле никогда не должен смолкать детский смех. Елена Гальперина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.